Да, у меня вот всегда Евгений Павлович, я строитель проработал на 25 строительстве. Это наша такая отрасль. Все механизировано, кнопку нажал и спина мокрая. Ну, естественно, профессиональное заболевание – это пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Я промучился с ним, наверное, лет 10, это точно. И врачи прошел, и профессор, и все там. Ну, помогает там на месяц, на блокаду делали там. Третий месяц употребляют слайд, там, мелс, вот эти продукты АПР, все. Шейный отдел позвоночника вот сейчас вообще не чувствую. Никаких болей там ничего. Небольшие остались, ну и после нагрузок остаются небольшие боли, еще вот поясничные. Ну, это третий месяц только. Я думаю, если еще со временем это пройдет и это. Вообще, ну, целый день я могу находиться сейчас на ногах, ничего, никаких нету. Практически там, ну, незначительные боли остались. Ну, вот еще что, не мог пить холодную воду. Если с холодильника попью что-то холодное, мне обязательно на следующий день аргина. Сейчас пью молоко холодное из холодильника, беру, пью. Результат вообще. Ничего, нет. Действительно, так все незаметно произошло, какие-то вот изменения, которые изменения произошли, вроде бы бьешь, и уж никаких изменений нет, а потом вспомнить, вот как раньше было. Вот результат есть все-таки. Продукт хороший, я ничего не скажу. Стоит попробовать. Ну, друзья, как это говорят многие, но я сильно не настаиваю, если хотите, люди, вот, приди попробуй сам. Не так дорого, это там, я думаю, 3000 человек для вступления найдет там, любой. Это не деньги. Попробуй, а результаты пусть сам тогда. Это тот же продукт. Да, вот еще все, как-то фрукты сейчас вот весной на рынке, не на рынок, я живу в районе птичьего рынка. И часто бывает там вот на рынок выхожу, фруктов как-то сильно тянет какой-то нет вообще. Хватает, допустим, вот этих витаминов, всех хватает. Раньше как-то вот по весне все время хотелось каких-то вот фрукты там, что-то купить, там все. А сейчас вот тяги нет. Потому что они не мои. Спасибо большое. Спасибо. Если понравилось это видео, ставим лайки. Делимся в соцсетях. Подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.